Всем большой привет, с вами я, Настя, добро пожаловать на мой канал. Мне уже давно известно, что вы, когда смотрите мои видео и видео других токотуберов, замечаете в них предметы. Но зачастую новички эти предметы сами в игре найти не могут, так как мир Toca Life World достаточно большой. И в этом видео я помогу тем, кто уже очень давно ищет и никак не может найти ту или иную вещь. Если вы именно такой человек, то оставайтесь на этом видео. Я для вас найду некоторые из тех вещей, которые вы меня просили найти под записью в сообществе. Приятного вам просмотра! Первым делом мы найдем белый рюкзачок. Заходим в Chili Buns, переходим вот сюда, снимаем с манекена одежду, нажимаем на кнопку и вуаля! Многие у меня спрашивали, где можно найти красивые вещи для обустройства, такие как растения, свечи, подушки и так далее. Их можно найти в магазине Hues. Здесь есть все необходимое для обустройства красивого домика. Сейчас я вам покажу, где можно найти авокадо, полароид и мед. Заходим в локацию «Домик на дереве», и на специальном кустике будут висеть авокадо. Далее переходим в сам домик, и здесь у нас будет стоять полароид, который может делать реальные снимки, как вы можете заметить. Ну и также на полочке будет стоять баночка с медом. Далее я вам покажу, где можно найти бекон. Переходим в Печенькоград и заходим вот в этот дом с оранжевой крышей. Открываем холодильник, и там непосредственно будет лежать два слайса бекона. Для того, чтобы найти апельсин, заходим в этот магазин, и тут на прилавке будут лежать три апельсинки. Также апельсины есть на рынке. Далее я вам сейчас покажу, где можно найти слаймы и баночки со специями. Заходим в этот домик, и здесь в ящике будут лежать два слайма, один радужный, другой розовый. А на кухонной полочке мы можем видеть баночку с сахаром и с корицей. Еще один слайм можно найти в локации Chili Buns, он бирюзового цвета с блестками. Также можно найти чашку с чайным пакетиком, ну и всеми обожаемый пуф авокадо. Для того, чтобы найти розовую чашку с милой мордашкой, нужно зайти на второй этаж молла, взять вот такую вот красную карточку из аквариума и донести ее до магазина оптики. Нажать на плакат с буквами, чтобы он поднялся, и вставить карточку вот в это отверстие. Стена откроется, и здесь на столе будет стоять эта чашка. Для того, чтобы найти оранжевый стул и тостер, нужно зайти в локацию «Свалка крампетов». Нужно открыть холодильник, и этот стул немного лаганулся, он за холодильником, просто нужно там немного потыкать, и он появится. А тостер находится как раз-таки рядом. Очень многие у меня спрашивали, где же найти летающую метлу. Для этого нужно зайти в локацию Harvest Festival, отодвигаем стоги сена, и здесь у нас будет летающая метла вместе с костюмом ведьмы. Если нажать на кристаллик, она начнет парить. Для того, чтобы найти корабль в бутылке Степлер Кит и один из пеналов, такой фиолетовый со звездочками, нужно зайти на второй этаж локации офис. Корабль в бутылке будет находиться в кабинете босса. Пенал будет находиться на последнем рабочем столе, ну и степлер кит будет находиться на самой верхней полочке. Чтобы найти другие пеналы, нужно зайти в локацию университет. Здесь пенал будет стоять на столе. Также некоторые у меня спрашивали, где находится ланчбокс. Он находится тоже в университете. Следующий пенал находится в общежитии университета. И, кстати-ка, вот карандашик с насадкой котика. Мне кажется, у меня тоже его спрашивали. А вот и пенал с сердечком. Если открыть шкафчик 2Б, то вы найдете вот этот самый рюкзак, который был у Элис. Для того, чтобы найти костюм мороженое, нужно зайти на последний этаж в офисе, это кафе, зайти на кухню, отодвинуть тыквы, одна из них будет фейковая, нажать на кнопку в ней. Сзади за стеллажами отодвинется такая дверь, и там окажется костюм мороженое. Красивые мягкие игрушки можно будет найти в локации Boom Doom Team Park в морской части и в облачной части.
Вот здесь в автомате можно найти мягкие игрушки. Также, если переместиться в облачную часть, мягкие игрушки можно найти вот рядом с этой вот игрой с мордочками. Также мягкие игрушки можно найти в доме из Pompom Pigs. Они находятся в спальне, в основном сидят на детских кроватях и также на полу. Розовую бандану, как у Леи, можно найти в креаторе. Заходим и выбираем отдел с очками, не со шляпами. Потом выбираем отдел с капюшонами. И там будет эта бандана. И для того, чтобы найти кристальные и радужные яйца, нужно перейти вот в этот парк и подергать за вот эту ветку, на которой висит рыбий скелет. Из дупла будут выпадать вот такие вот яйца, и если на них нажать, из них вылупятся вот такие вот интересные существа. Ну что ж, это видео подошло к концу, наконец-то. Оно было достаточно долгим, потому что я собрала большое количество предметов для вас, так что я думаю, что этого будет достаточно. Ну а с вами была я, Настя. Если вам понравилось это видео, оцените его лайком. При желании можете подписаться на мой канал. Всем удачи и всем пока!